Запрос от жителей на расширение улицы Радужной существовал давно. Трафик за последние годы здесь значительно увеличился. Две школы, детские сады, новый жилой микрорайон. Все это прибавило поток автотранспорта, а полноценной дороги не было. В этом году, наконец, данный участок начали расширять. Ремонтные работы на улице Радужной почти завершены. Остался небольшой участок. Дорогу расширят вплоть до торгового центра. Также здесь кладут новый тротуар. Рабочие готовы устанавливать бордюрный камень. За процессом постоянно следят общественники. Собственно, благодаря им здесь и началась долгожданная реконструкция. Люди много писали на портал «Добродел», чтобы Радужную расширили и положили новый асфальт. Общественная палата муниципалитета и представители ассоциации председателей многоквартирных домов мониторят выполнение работ. Мы не специалисты в качестве состава асфальта, всяких этих вот сложных процессов, что зачем должно быть идти. Мы, значит, смотрим, чтобы все требования собственников большинства были исполнены. Да, вот, допустим, непосредственно здесь я просила, чтобы слив был именно в этом углу и наклон был в эту сторону. Специалисты сказали, да, так можно сделать, потому что здесь всегда стоит вода. Я надеюсь, теперь она будет стекать. Также в этом районе было проведено комплексное благоустройство дворовой территории. У дома номер 11 по Битцевскому проезду положили новый асфальт, расширили парковочное пространство, отремонтировали тротуар, установили современную детскую площадку. Местные жители в восторге от результата. Мы приехали, уехали в марте и приехали 2 дня назад. Не узнаем. Обошли все. Красота. Всего в этом сезоне комплексное благоустройство было проведено в 15 дворах города Видное. Установлено 14 детских и 8 спортивных площадок. Создано более полусотни новых машиномест. Работы проходили за счет местного и областного бюджетов. На сегодняшний день работы по благоустройству полностью завершены. Адресные перечни формируются на муниципальной общественной комиссии. 50% на основании голосования на портале «Добродел» и 50% на основании обращения жителей в администрацию. В министерство, ведомство состоящие. Перечень дворов, которые предстоит благоустроить в следующем году, начали формировать уже сейчас. Голосования на портале «Добродел» не будет. Территории отберут лишь на основании обращений жителей в администрацию Ленинского городского округа. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ургосадовская, Видное ТВ.